В канадском Калгари в провинции Альберта выпал первый снег. Обильный снегопад с дождем и ветром не только усложнил жизнь автомобилистов, но и повалил деревья и столбы электропередач, что стало причиной отключения электричества в десятках домов. Снегопад продолжается в Калгари и окрестностях целый день. Температура воздуха колеблется в районе 0 градусов по Цельсию. Метеорологи обещают потепление только к выходным, причем столбик термометра подскочит сразу до 20.